Привет. Некоторые женщины настолько часто делают губы втихаря от мужа, от своих мужчин, в общем-то. Надеюсь, что те все равно примут, те посчитают это красивым. Но случается, как обычно, обратное. Ой, боже. Папа. Ёбаный дивизию. Илюш, смотри. Ты чё? Офигеть, какие губы. Красиво. Ёбаный мать. Как? Это моя же за ним. Даже ребенок говорит, это некрасиво. Как ребенку не нравится что-то в родной матери, но даже ребенок сказала: нет, некрасиво. А она стоит, смеется, наивная.